Мяу. Продолжаем. Строй. Как играть забыл? И что мы тут делаем-то? Я уже тоже забыл. Надо куда-то бежать из аутсайда, да? Еще типа того. Наверное. А у тебя прям сын весь в тебя, такой же. Уничтожить их зурков, чтобы мы могли пройти. Ой, изи как. Ух ты, отлично работает. Ну, как я и подозревал, может перегреться. Если это произойдет, дай ему немного остыть. Надеюсь, этого хватит, чтобы добраться до поселка. Давай. Зачем мне возвращаться ради ковра? Ты что, с ума зашел? Кири-кири-кири. Эй, кири-кири-кири-кири. Переключатель не работает, похоже, электричество отключено. Был ли я в этом виноват, в общем, вопрос. Ты там залез, не? Окей. Ты трофну? Ну, мы сейчас в аутсайде. Ты дурак? Код Болтун. Получено достижение код Болтун. Ёпта мать, а чё ты верхом-то начал стрелять, я не пойму. Ты как стреляешь-то, блядь, дебил что ли? Вот киску мне угробил. Ты чё, серьёзно? Что ты перегрываешься? Быстро она перегревается, да. Ну да ладно. Так быстро выключаешься, это кошмар какой-то. Ну это уж слишком быстро. Фух, пронесло. Шли домой.
Ну давай, палач. Мы справимся. Кто пропустил наш кот, у него кликуха палач. Он хранителя позвал, смотри. Дверь закройте. Спасибо, что спас Дока, маленький друг. Приятно видеть, что Шеймус больше не одинок. Теперь мы знаем, что можем дать отпор зуркам. Мома ждет тебя у канализации. Док и Шеймус выглядят счастливыми. Кажется, мы с тобой хорошее дело сделали. У канализации. Здорово. О, это было закрыто раньше, нет? Нет! 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 Я вдруг вспомнил, что ноты надо отдать. Нет, закрыли. Ну ладно, не важно. Меньше морохи, меньше гемора. Здорово! Сико. А не страшно. Ничего не жаль, ни шипов, ни роз, если за мечту, если все всерьез, ничего не жаль. Могу поверить, док. Ты, док, ты его нашел и заполучил дефлюксор с Бультазар. Теперь мы сможем отыскать и его. Вперед. Вся наша цель здесь — это просто найти всех пропавших. Я так понимаю. Я удивлюсь, если они все живы. Это будет вообще неожиданно. Канализация. Чего я теряю, в конце концов? Ну-ка, достаточно ли Дончик уже расслабился для скримерочка? Спасибо. Спасибо, Роман. За поддержку канала, спасибо большое. Даже на этой игре не расслабиться, ты понимаешь? Кошмар какой-то. Чего? Не вижу способа открыть эти ворота. Можешь взглянуть с другой стороны?
Выглядит нехорошо. Сразу лопнут. Как это? Давай, поехали, Бима. Пасба был бы просто в восторге. Я смотрю, что-то он стримить начал. Расслабился, походу. Может, уже экзамены сдал? Хотя вроде не заходит, значит, еще не сдал. Значит, боится еще. Значит, еще боится ко мне подходить. Что он сидит на Твиче, когда нужно сидеть и учить. Чё там? Ну чё творишь-то? Вся эта старая техника вышла из строя. Думаю, открыть можно только вручную. Чё ты мне предлагаешь быть покромным котом или что? Как я тебя открою-то? Я маленький котик. Могу делать так. Насчет открывания больших дверей ничего не знаю. Что? Сейчас серьезно? Я не могу подойти с тобой. Ох, я не перестану искать выход. С Бальтазар Клементин, когда найдешь, расскажи им, каким храбрым я был. Мы полностью погружаемся в игру Скорн, да? Я так понимаю. Ядрить. Ой, фу, 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 какое здесь все отвратительное, бля. В логово чужих пришли. Какая резкая смена обстановки. Вот, да. Кот, который не боится воды. Чудо какое. Не надо. Ой, придется лютовать. А что будет, если так сделать? То есть не обязательно подходить, да? Окей. Okay.
Это не важно. Коты не любят лужу. Тоже. Это реально какой-то хоррор, кошмар. Эта игра выглядит страшнее, чем, блин, любой хоррор, который выходил в том году. А чё? В смысле? О, а тут воспоминания. Окей. Канализационная система, да, теперь я вспомнил. Чистой воды было мало. Снабжение города осуществлялось с помощью огромных машин, копавших глубоко в землю. Как и все остальное, ее берегли, чтобы помочь людям во времена засухи. Ученый показал мне схему резервуаров для воды, они огромны. Могут уместить в себе целое здание. Окей, 40% восстановления памяти есть. Сюда не обязательно было, в принципе, идти, наверное. Я не это хотел. Кто, кто-то вылез, что ли? Что за звуки? Мне не то, чтобы, значит, страшна обстановка. Мне страшно за котейку. Да. Котик на кону. Я не хочу, чтобы он страдал. Котик хороший. Котик-палач. Он хочет всего лишь к семье вернуться, ну. Нормально так сразу работает, да? Специально так делаете? Чтобы я не видел, куда иду? Сюда. Thank you.
Куда нам? А, о, рубильник. Не увидел его. Да иди ты нахер, беги! Киса, беги! Есть курить. Есть курить. Прыгай. Почему здесь так стрёмно? Почему здесь так стрёмно? Поняли? Если они боятся ультрафиолета, значит они боятся и солнца, что ли? Получается так как-то? Кочка 7. Я думаю. За музыка такая жесткая. Она зависла или что? Можно выключить эту музыку? Она давит. Да она слишком давит. Да что за логово Гайгера-то, господи? Что происходит-то? Молодец. 10 из 10 прыжок был. Не бегай за Зря я сюда побежал, зря я сюда побежал! Сука! А где проход-то был? Да, конечно, вы еще, блядь, здесь это все воскресили назад. Вы что, издеваетесь? Ну что вы мне сделаете? Что, мы такие пиздатые, что ли? Я тут крутой.
Следят они. Следите, следите. Почему эта игра секретно хоррор? Почему? Мама. Киса, 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 киса. Дурак, что ли? Спасай кису. Киса, живи. Чувствовал, что будет что-то подобное. Побежали. Логово чужих. Ядрить. Уйди. Бима пострадал. Бима пострадал. Спасайся, кто может. Я думал, обманут. Не обманули. Ну чего? Ну ты чего? Давай, вставай. Починился. Было темно. Я был один. Было ощущение, что я снова в сети. Ты спас меня. Спасибо тебе, друг. Расход такого количества энергии был тяжелым испытанием для моего ядра. Такой дефлюктор полностью... Дефлюксор полностью... Теперь дефлюксор полностью уничтожен. Мы должны быть осторожны. А, нет. Счастье было недолгим, я так понимаю. Мне нравится идея того, что это секретно хоррор. То есть я не думал, что будет так. Я вообще не мог даже предположить, что это будет ужастик. Я думал, что это будет стелс-игра, потому что в трейлере показывали стелс, очень много его показывали там. Но пока что стелса здесь вообще не было. И это меня еще больше пугает. Здорово. Мы не знакомы. Путешествие к эскранизации? Мы давно не видели никого из вас. Это ты связывался с нами ранее, маленький аутсайдер? Сайдер из Бальтазар ждет тебя. Медитирует на вершине поселка. А, он живой! Он живой! Робовейник. Как муравейник, только из роботов. Что ли, или что? Это машина, у черта, которая им помогала, использовала одну из них. Да, для переноса сознания в робота, сто пудов. Он был болен. Это была его последняя надежда, он вошел в машину. Но меня с ним не было. Он был один. Что он делал? Загрузил себя в компьютер? Потом все стало по-другому? При загрузке что-то пошло не так, он застрял на сотни лет? Пока не появился маленький кот. Чего? Это был я. Я был тем ученым. Внезапно.
Я был человеком. Что там за баны? Ну ты давай не под... Бот, понятно. Да я первый раз играю, чего вы мне сразу пишете, что будет, что не будет? Ну хорош. Я был человеком. Я... Дай мне минуту. Я чувствовал, я знал. Удалите, пожалуйста, сообщение, а то я в чат смотрю, у меня... я хочу прочитать. Ну, я не хочу прочитать. Пожалуйста, просто удалите все. Тайм-аутить, ничего, просто удалить. Спасибо. Смотри-ка, в маджонг херачут. Это не я. Катастрофа. Спит, походу. Чего? Я не ожидал, что будет другой город. Прости, я... Дай мне минуту, мне сейчас не до разговоров. Ну ты что, угораешь? Я потом это место не найду. Ну серьезно. Он не хочет разговаривать, он занят. Счастливый какой здесь. Со мной никто не хочет разговаривать. Ты куда? Что еще я забыл? У меня же должны быть родители, друзья, что с ними случилось? Я хотел открыть город, но остался ли хоть кто-то, кто может, кого можно спасти? Ты все, ты проснулся? Я могу это воспоминание вернуть? А ты угораешь, что ли? Ну реально, я забуду же потом, что оно здесь было. Кто-то медитирует наверху. Кто-то не ходит лестницами. Это он? Это с Бальтазар? Ни хрена себе, что он с собой сделал-то? Что это? Он перенес свое сознание в телеке? Окей. И разве ты не знаешь, что сеанс трансцендентальной медитации прерывать нельзя? Ну, это ты? Ты был с Момо, когда мы получили... Тот звонок ранее. Рад наконец-то познакомиться с тобой, маленький аутсайдер. Ты знаешь Мому и Дока, так что ты уже знаком с нами, аутсайдерами. Я скучаю по ним. Память о них приносит мне умиротворение. Мому остался в трущобах. Я слышал, ты помог найти Дока, а Клементина? Она сейчас в Мидтауне. Если ты все еще хочешь увидеть аутсайд, именно она может тебя туда отвезти. Видимо, у меня был план, как выбраться из города. Вот, возьми, я написал ее адрес на обороте фотографию. Да я это видел лицо. Какая вероятность, что это она? Нет, это не она. Чтобы попасть в Мидтаун, надо подняться на самый верх нашего маленького поселка. Такого ловкого, как-то это пустяк. Если у тебя получится добраться до аутсайда, ты станешь первооткрывателем. Я бы пожелал тебе удачи, но она тебе не нужна. Я верю в тебя. Красиво. Извини, что отключался ранее. Я человек, возможно, последний в мире. Смотри, что от меня осталось. Я так много всего вспомнил, но как много я забыл. Клементина, вдруг, если мы найдем ее, то сможем восстановить мои воспоминания и помочь тебе вернуться домой. Мы можем вернуться вниз, расспросить компаньонов или отправиться дальше в Мидтаун. Я сейчас.
Привет, Джеди. Какой новый мем с песней, о чем речь? Что-то орёт игра. Немножечко прям орёт, прям самую малость. Можно потише? Я, конечно, понимаю, музыка классная, но можно? Ты, ёпта, уйдёшь. Этот язык роботы-компаньоны создали его с нуля, удивительно. Я помню, как это происходило, когда я был в сети. Не знаю, когда именно, но в какой-то момент все общение стало переводиться на эти символы. Я застрял в компьютере и долгое время был совсем один. Поэтому я переводил каждый символ, каждое слово одно за другим, пока не смог все понять. Теперь, когда я на свободе, я знаю их язык, я бы сразу тебе послушал все, что они хотят сказать. А, то есть, подожди, он сто лет был в компьютере, пока кот не пришел и случайно не включил... Ну как случайно? Нарочно не включил машину? Ядрить. Добрый вечер. Меня зовут Жестяной Шеф-Повар. Я специализируюсь на переработке остатков. Сегодняшнее спецпредложение – рамен G45 с моим секретным ингредиентом. Наруто, ты ли это? А чё у тебя торш? Ты лампа? Он что, провода ест в воде? Он ест провода в воде. Ладно. Окей. Окей. У него лицо классное. Оно может говорить. Какой мем с песней? О чем речь-то вообще? Джеди. Спросить спросил. А уточнить не уточнил. Добрый день. Привет, дружище, как дела? Ты знал, что тетя Клементина научила нас выращивать особые растения, которые могут жить без солнечного света? О, как. У меня их огромная коллекция, хочешь взглянуть? Вот только некоторых цветов не хватает. Не хватало желтого растения, красного растения, точно фиолетового. Вот кто-нибудь маленький и ловкий достал бы их для меня. Нет, я на миссии. Но мяукнул. Да, еб. О, паук. Здорово. А ты чё сидишь? Ты чё, Пиноккио? Здорово. Скукота. Тётя Клементина раньше здесь проводила занятия. Мы узнали столько всего интересного. Тётя Клементина молодец, я смотрю, да? Ой, 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 паника, паника, паника. Очень любопытно, что будет, если сделать так. Ой, а кто это хулиганит? Ой, а кто это этот дебошир? Не понимаю, о чем вы. Тетя Клементина, как туда забралась-то вообще?
Как ты туда забралась? Ты здесь живешь? Ты что, издеваешься? Итлазов. Я не знаю, кто она. Без понятия. Я первый раз играю. Метро? Dead Space? Dead Space? Тут Dead Space происходит. Смотри, станция метро. Я совершенно забыл о существовании этого вида транспорта. На нем можно было бы доехать до любой точки города. Люди ездили на нем на работу. Я тоже ездил. Каждое утро, попрощавшись с семьей. Я помню, я делал это для них, но их уже нет. Это было очень давно. Они хотели увидеть аутсайд, но разве это теперь имеет значение? Что с ними стало? Что стало со всеми? В любом случае, мы уже недалеко от Мидтауна. Давай найдем эту. Да, Клементина. У нас есть ее фотография. Давай покажем ее некоторым из здешних компаньонов. Может быть, они направят нас по правильному пути. Ну, это большой блок памяти, ничего себе. Я думаю, что здесь еще может быть маленький какой-нибудь. Суперсекретный маленький. Может быть, в метро. В самом вагоне. Дальше с ней задаю задачу. Недоступными быть на месте. Что-то я вспомнил. Мы идем простыми дорогами. Да. А. Неплохо тут у вас. Ну, конечно, не киевская, да. Ну да ладно. О, вспоминания. Здесь так много книг. Наследие теста Тьюринга, этика искусственного интеллекта. Я узнаю некоторые из них. У меня была библиотека. Помню, что не могло сравниться. Ничто не могло сравниться с запахом книг, перво чем страниц. Да. Это было такое комфортное ощущение. Читать книгу. Это как провести время с кем-то. Ну, насчет вот этого я не знаю, но ощущение есть. Да, классно. О! Дура еще. Ледок! Я дару ледок! А что ты хочешь, ледок? А. Ледок, ты знаешь Клементину? Чего? Странное поведение, да ладно. Где у него там муза, прям? Пацана повязали. Через турникет не надо было перепрыгивать. Чреватое дело. Мне кажется, что Клементину знал вот именно тот чел, как...
молодец. Разыскивается. Клементина, нарушитель порядка, аутсайдер, мятежник. Просьба сообщить, если увидите. Это не она сейчас была? Так, подожди. Проверю теорию еще раз. 2, 4, 6 букв. Вонтед. Это английский. Это по-любому английский. Я тебе уже пятый раз говорил. Ёж, нельзя здесь бегать, это опасно. Эй, впервые вижу такого робота. Такой пушистый. Это девушка, которая находится в розыске, верно? Спроси кого-нибудь еще, я слишком занят. Приглядываю за Ёшей, чтобы что-то знать. Ну ладно, вряд ли он знает. Я что такое? Не беспокойтесь о мусоре, корпорация НЕК обо всем позаботится. Тут прям у них цивилизация, я смотрю, какая-то. Интересно. Так вот я и думаю, может быть, это просто замененные буквы и все. Что, он уже говорил, что типа мы алфавит сами изобрели. Алфавит роботов. Это тупо английский, просто другие символы. Доступ к нижнему уровню ограничен в связи с угрозой органической жизни. Просто держаться подальше от этого места. Понял? Сходим туда попозже. Бонобот. Слышишь? Внизу-то прилив. То отлив. Город преследует меня. Дразнит. Слушай, ты знаешь Клементину? О, Клементина. Да, мы с ней общались, но она хотела уйти. Она летала как на крыльях. Чего? Она летала как на крыльях и улетала всегда, навсегда. Теперь она в розыске. Мне тяжело об этом говорить. Слышишь? То прилив, то отлив. Понял. То прилив, то отлив. Все ясно. Просто так мы ее не найдем. У кого-то арестовали. Пожалуйста, представьтесь. Миротворец 22106. Или вы сотрудничаете с нами, или нам придется отвезти вас в тюрьму и перезагрузить. Пожалуйста, оставь меня в покое. Я не тот, кого ты ищешь. Если нужна Клементина, уверен, она прячется в резиденции. А, то есть ты так сразу определил, да? В резиденции. Мидтаун. Это как в One Piece. Нет, не как в One Piece. Ну, да. Как Final Fantasy X или No Man's Sky. Там такой концепт используют очень сильно. А чё я про One Piece-то вспомнил? А, ну там это... Всё аниме на японском, но внезапно постеры на английском. Моё самое вот странное, что вообще есть. Постеры на английском все. Эй, я ухожу на работу. Пока. Пока, дорогой, осторожней со стражами. Они постоянно хватают всех без причины. Не переживай, детка, все будет хорошо. Что-то такое очень знакомое, да? Это прям как я раньше на работу ездил. Какие-то флешбеки, блядь. Постоянно кто-то перепрыгивает через эти. Постоянно кого-то тормозят. Т.д. и т.п. Здорово. Дурочек. Торговец-мошенник на днях продал мне бракованный аккумулятор. Паудры? Паудры? Теперь он притворяется, что не слышит меня. Каждый раз, когда я пытаюсь с ним поговорить.
Если бы не страж, несущий патруль, я бы его на запчасти разобрал. Только сделай это, чё ты? Давай я сделаю вместо тебя. Ак, 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 ак. Не? Ну ладно. Не дают похулиганить. Так они тут роботы все, зачем им маски? Где может быть эта резиденция? Я занят, что ты хочешь? Клементину еще. Уходи. Он явно что-то знает. Что это такое? Вышибало. Клуб закрыт, проваливай. Да ты кто, полиция? Все ее ищут. Я ее не впустил, если ты хочешь это знать. Да, и закоулка здесь просто так, да? Я ее не впустил, я не впустил. Если я у тебя... Если я у тебя найду ее в клубе... Почему мне это кажется таким обыденным? Чувак с конусом на голове. Почему мне это кажется обыденным? Раньше у меня был бар. Это было уютное место. Самое уютное место в округе. Его зовут Саб-Зиро. Его зовут Саб-Зиро. Вот этот поворот. Вот этот поворот. Пока я не получил отверткой в колено. Сразу две отсылки подряд. Игра, что ты делаешь, ну? Теперь бар закрыт. Меня вела... Тебя вела дорога приключений? По-любому. Может, этот парень меня и достает, но он мой единственный клиент. Пожалуйста, постарайтесь его не спугнуть. Глак. Да, угадаю. Кафе? Что это может быть? Что это может быть написано? Четыре буквы. Кафе. Я пытался скачать аймбота, чтобы стать лучшим в этой игре, но в итоге получил вредоносное ПО. Какой смысл в этих действиях? Ты что, блядь, лучше станешь от этого или что? Я никогда не понимал вот этих вот людей, которые, знаешь, скачивают читы, чтобы стать лучше в онлайновой игре. Чё, вот ты скачаешь их, поставишь, ты чё, ты лучше играть станешь от этого, что ли, или чё? Не знаю почему, но сейчас все выглядит странным. Красная фотография, кажется, я видел эту девушку раньше. Но я искал информацию о всяких странных старых машинах. Стран? Окей. Я освоил все игры, которые когда-либо существовали, но не могу понять, как это работает. О чем речь? Джазам, может быть, я ненавижу... Может быть, я не вижу всей картины? Кажется, я видел эту девушку раньше, она искала информацию о всяких странах. Ага, окей. Какую игру ты не можешь понять, не пойму, чё? Блин, не просто так здесь кругом одни и те же фотографии. Здорово. Не знаю, Тонин, мне почти все нравится. Мемут. Классная фотография. Видел девушку, искал информацию о странных машинах. Здорово. Тебе что-нибудь налить, маленький сэр? Маленький сэр? В твоих маленьких глазах наш мир должен быть, кажется, огромным. Хотел бы я быть таким же крошечным, как ты, чтобы исследовать новые тайны мира. Ну понятно.
Та же история. Мой любимый напиток — масло, а твой — мемут. Вот почему канистры кругом валяются. Вот оно что. Это бутылки. Это их бутылки. Вот они как пьют. Это как у нас вечно в воде какая-нибудь, рядом с водой какая-нибудь бутылка плавает. И смотри, вот эти канистры кругом. Это бутылки. Просто бутылки. Что происходит? Зачем сюда можно залезть? Игра. Зачем сюда можно залезть, но дальше нельзя идти? Что, в чем дело? Игра, я тебя не понимаю, что ты хочешь? Непонятно. Возможно, здесь будет какой-то квест с чем-то связанным с картинами. Ну да ладно. Возможно, мы сюда вернемся. Чего? Чего на часах? На каких часах? Где часы? О, в натуре. 16 часов. Как это работает? Нахулиганили и пошли дальше. Воу. Как бы это назвать? Рабульник? Ро. Какое странное чувство. Знаешь, Слиппи, работа есть работа. Не стоит ради нее терять голову. Блэзер стал парикмахером? А, да, Клементина, она была здесь как-то раз. Почему ты спрашиваешь? Диодрис наоборот, когда выйдешь из магазина, резиденция будет справа. Справа в каком плане? Прямо или направо? Диджей Матки сегодня вечером в клубе Гора в квадрате. Ты ж в квадрате, да? Я забыл, что это значит. Маленькая двойка в конце слова. Что это значит? Это в квадрате, да? Я просто, знаешь, типа, ну, квадрат — это что-то такое, у чего 4. Поэтому что-то у меня не сходится в голове. Вроде в квадрате, а вроде и нет. Эй, тупица! Мы тоже тебя видим. Дженма. Нам очень скучно с тех пор, как стражи установили камеры в резиденции. А, это резиденция, вот она, да. Эй, наши кассеты, разве ты не... Чего? Это наши кассеты, разве ты не знаешь, что воровать нехорошо? Могу дать тебе одну, но тебе придется кое-что сделать для танцоров Дженма, Мика и меня. Стражи установили 3 камеры наблюдения, чтобы следить за нами. Нам это очень не нравится, поможешь нам от них избавиться? Может быть, и помогу, не знаю, не уверен. Найду ли я в своем плотном графике пару минут, чтобы этим заняться. Резиденция имеется в виду дом, в котором куча людей живет. В этом плане резиденция. Просто обычный дом. Наш, да? Будут так тебе говорить. Ты спрашиваешь, ты где живешь? В резиденции? Многоквартирный дом. Резиденция. Лицо, с которым вы пытаетесь связаться, временно недоступно. Тимми, хватит дурачиться.
А что конкретно? Можно посмотреть инвентарь? Так? Клементина из Бальтазар. Написан ряд символов. Можно посмотреть их? Ага. Вот, я и так и подумал, что здесь, возможно, что-то будет. 3 и 5. Так, это третий этаж. Вероятнее всего, где-то здесь. Хотя, с другой стороны, зачем ей жить на крыше? Вот в чем вопрос. Если только с крыши есть уход отличный. Ты кто такой? А ты что, мука? Не. Четвероногая, издающая милые звуки. Мне нравится эта концепция. Согласен, неплохая схема. И циркон. 3-5. А, ну закрыто. Хорошо. Воспоминания? Где воспоминания? Или это просто пыль? Блин, выглядит как воспоминание. Ой, кто это сделал? Ну, такое. Ссать ботинки здесь нельзя. Это не такая игра. Что вы придумываете? Да. Драть ковры, драть диваны, сталкивать все со столов. Че, время встретиться с Клементиной уже пора? Вот и она. Я думал, ты стра... А, неважно. Кто ты? Чего ты хочешь? Погоди, значит, Бальтазар наконец-то решил кого-то послать? Я полагаю, ты мой новый рекрут. Какой ты маленький. Как ты вообще выжил в канализации? Кажется, находчивость тебе не занимать. Я ищу путь в аутсайд с того момента, как ушла из рабовейника. Но стражу всегда на чеку. Теперь, как ты здесь, ты можешь мне помочь. Следуй за мной. Здесь наверняка есть что-то. Воспоминание какое-нибудь. По-любому, должно быть. Должно быть что-то. Там наверху что-то есть. Что это такое? Агась. Я тут посплю. Минуточку. О. Ладно, все, поспали будет. Коты всегда так делают. Хоть у кого-то в чате коты в тапки ссали, скажите мне, пожалуйста, вот честно. Или это единичный случай? Каждый раз мне это казалось бредом каким-то. У меня кот никогда в тапки не ссал. Ни в тапки, ни в ботинки, ни во что. Внутрь именно. Только поспать. Чего, какой ка... Ботман, чё ты несёшь? Блин, я надеялся, что здесь будет какое-то воспоминание. Ну, блин, очевидно же, оно должно быть здесь. Но его нет.
Ждем, разрабатываю план использования старого поезда. У меня даже есть ключи, чтобы его запустить. Чтобы провести его в действие, нам нужна лишь атомная батарея. Я знаю, что у корпорации некуда, она на заводе и есть. У меня есть агент, который сможет помочь нам внедриться в их ряды. Я не знаю его имени, но это робот в куртке-бомбере с золотой цепью на шее. Бомбер, это что такое? Что за куртка-бомбер? Такая большая, что ли? Такому маленькому и быстрому, как ты, будет легко прокрасться на завод. Последний, стесняйся обращаться за помощью. Город полон информации. Только держись подальше от стражей. Окей. Я не знаю. Это у кого-то у одного, видимо, случилось. Не знаю, посадил кота в тапок, и кот насал в тапок. Вот в этой ситуации коты ссут в тапки. Метить стены, да. Сторону ботинка, да. Внутрь, нет. Так. Конечно, коты же злопамятные, почему нет? Ты его не кормишь, он тебе пакость. Так, нужно найти кого-то. О, нет. О, нет. О, нет. Снейк! Снейк! Я начинаю догадываться, кого нужно найти. Вспомнить бы, где он был. Там был бар рядом. Мы еще, кстати, вон туда не ходили. Никуда. Это полицейский участок. Да по-любому слово полиция здесь присутствует. Police station, да? Предпоследнее О. Station. Это английский, явно. Чего у тебя? Подожди, стой! Погоди. У тебя что-то на шее. Это вот то, что нужно, нет? Это один из молодых панков, которые целыми днями слушают громкую музыку. Ничего не трогай, не шуми и не проси ничего в кредит. Знаешь что? Пока ты не видишь. Пока ты не видишь, пёс. Я тебе вот так вот сделаю, понял? Ого. Ого. И это очень странное зеркало. Это очень странное зеркало. Какой-то сайт-квест. Я так понимаю. Ему не нравится музыка, значит нужно включить музыку. Чтобы что-то. Вон тот чел.
У него цепочка золотая. Откуда ты это взял? Это Леона куртка. Откуда ты ее взял? Вот из аутсайд. Мой агент. И так вкратце про атомную батарею. Батарея питает завод корпорации Неку вон там. Но корпорация закрыта и сильно охраняется. Они проверяют абсолютно всех и пускают только тех, кто может там работать. А вот и стелс подъехал, судя по всему. У меня есть идея. Принеси мне куртку рабочего и каску рабочего. А пока я пока побуду здесь, чтобы вычислить подходящий момент для подхода. Простите. Блейзер? Окей. Его зовут Блейзер. 666, видимо. Это ты?